Летопись уральской природы пополнится новыми данными. В лесах Свердловской области начали подсчет зверей и птиц. Для этого специалистам предстоит преодолеть более 35 тысяч километров. Учетом зверей и птиц занимаются охотпользователи и инспекторы областного департамента по охране животного мира. До конца зимы эксперты планируют посчитать свыше 20 видов животных, в том числе и редких, занесенных в Красную книгу Свердловской области. Итоги такой работы понадобятся при анализе состояния популяций. По данным последних лет, численность основных видов животных находится в естественных пределах, при этом растет количество лосей и косуль. Учет специалисты продолжат весной и летом, когда проснутся медведи и барсуки и вернутся перелетные птицы.